Ребята, всем привет! Сегодня я прохожу тест, мега-тест через компьютер. Я включу музыку, чтобы вам было не скучно, но сделаю ее так, не очень громко, чтобы вы вообще меня могли слышать. И сейчас будем играть. Мега-тест, я буду проходить тесты. Так, мега-тест, вот. Так. Ну а перед чем дарю, подпишись на мой канал, мы не начинаем. Так, сейчас реклама. Так, сейчас реклама. Видите? Видите, реклама. Все, реклама закончилась. Я получила 10 монеток. Так, какой же мне тест пройти? Давайте. Насколько это красиво, он бессмысленный. Вот. Блин, тут все игры, игры. А я не хочу игры. Так. Давайте вот это. На сколько процентов ты знаешь ютуберов? Ну, подходит же наше видео. Начать тест. 3 монеты. Уровень изи. Кто это? Ребята. Интересно, кто это? Это Янго, Ильдар или Ивангай? Трудный выбор. Это Ивангай. Так, уровень изи опять. Кто это? Это Янго. Ну, популярный. Видите, Янго. Активно следующий шаг. Так. Уровень изи. Кто это? Ребят, тут нарисована Марьяна Ро. Я даже показываю. Нейтрально Марьяна Ро. Че такие? Тут легкие. Уровень средний. Угадаешь? А, как его зовут? Который с монеткой. Сейчас вам покажу. Не знаю, видели, я забыла, как его зовут. Марвел Биг Рашен Борс. Я так думаю. Я наугад. Уровень средний. Думаю, ты справишься. Ребята, я не знаю, кто это. Не знаю, вы увидели или нет. Я не знаю, реально, кто это. Мармак, Пем, Эльдар Джарахов. Но это точно не Эльдар Джарахов. Ладно, пусть будет это Пем. Ну, я не знаю, реально. Уровень средний. Хм, кто это? Вот это уже, я думаю, что это Эльдар Джарахов. Ну, это точно он. Ира смелая. Ну, конечно, он же девушка. Это кто? Ребята, вы знаете, кто это? Архип. Вилсаком. Я думаю, это Ахрип. Уровень средний. Он мне кого-то напоминает. Юджин. Ты ли это? Мармак Эдисон. Я без понятия, кто это. Если вы знаете, кто, пишите в комментариях. Юджин. Ладно, пусть будет Юджин. Ты ли это? Уровень сложный. Думаю, ты не знаешь, кто это. Ярик Лапа. Это Мармак Варпач. Не знаю, кто это, ребята. Вообще непонятно. Ладно, пусть будет Ярик Лапа. Уровень сложный. Ты его не знаешь. Это Алекс Фокс, я даже показывать не буду, я знаю. Так, уровень сложный, мне кажется, ли он вампир? Это Ликей, я знаю, это он. Уровень сложный, наконец-то девушка. Ирина Вальмер, Катенька Клэп. Катенька Клэп. Это
Это либо Юлия Пушман, либо Ирина Ваймер. Скорее всего, это она. Уровень сложный. Тот, что слева. Вот этот. Кто это? Ладно, тут будет Александр Муратьев. Уровень супер сложный. Наугад. Мария! Это я. Ну, тут остается, это точно не Мария, это не я, это PewDiePie. Как тебе тест? Плохо, мне не нравится. Итак, Полина Петунова. На сколько процентов знаешь ютуберов? На 60%, почти на 100. Вот, ребят, я прошла этот тест, и теперь я знаю... Насколько же я прошла этот тест? Подпишись на мой канал. Ну, я с вами прощаюсь. Увидимся на новых роликах. Пока-пока.